Ребятки, сосиска ниндзя. Пум пу бум пу бум пу бум. Посмотрите, какая прикольная. Так, сосиска ниндзя, давай аккуратно. Потому что здесь вот такие вот разные колющие и режущие предметы, которые могут нас быстренько зарезать и бросить на сковородку. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра, ребятки. И сегодня мы будем играть в сосисочку «Сосисочка, не умри». Так, ребятки, ну что ж, беги, сосиска, беги. Наша игра так называется. Мы с вами уже, ребяточки, в нее играли один раз, и сегодня мы давайте с вами продолжим в эту замечательную игрушку играть. Ребятки, я купил новый костюм нашей сосиски, называется он Бекон, и сейчас мы с вами посмотрим, что это за костюмчик такой. Смотрите, кусок бекона идет, какой прикольный. Тихо, тихо, надо быть аккуратным и бдительным. Ой-ой-ой, надо было раньше, да что ж такое, там мой бекончик, ребятки, перерубило на две части. Так, ребяточки, я иду вот таким вот бекончиком. Так, раз. Пробегаем, пробегаем. Отлично. Так, здесь сразу. Ай, меня поджарили. Я думал, там сейчас будет лезвие, но там оказался немножко другой этот. Так, хорошо, ждем, что здесь. Так, кровь, видите? Это из прошлого раза моего осталось, ребятки. Так, лезвие, вот так вот. Опа! Опа, молот, молот, ребята, надо аккуратным быть. Тихо-тихо, давай, бекончик, беги. Так, второй молот, ребятки, давай-давай аккуратненько. Хух, ребятки, пронесло. Так, что здесь, огонь-огонь? Ага, проходим огонь. Идем дальше. Так, тихонечко, что здесь у нас? О, тут такое лезвие. Аккуратно нужно, потому что это довольно-таки не шутки, ребятки. Огромное лезвие. Так, здесь огонь, ребята, сейчас мы пробегаем вот это. Так, наш бекончик уже, ребятки... Боится ходить. Вау. Да сколько этих лезвий-то будет здесь. Вот это прикольно. Так, 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 ребяточки, наш бекончик продолжает путешествие. И мы идем. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Хух. И мы идем, и здесь молот, ребятки. Так, идем дальше, отличненько. Проходим этот молот, нагинаемся. Хух, ребята, вы видели, как меня пронесло. Ой-ой, быстрее, быстрее, надо было быстрее бежать. Ребят, поджарили. Поджарили мой бекончик немножко. И таким образом мы немножко проиграли. Надо было взять нам булочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Побежали, 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 побежали. Хух, меня чуть не прибил молот, ребятки. Ай, все-таки сгорел. Да как так? Да, так, ребятки, я предлагаю поменять сосиску. Давайте возьмем другую сосисочку и другую одежду. Для нее. У нас здесь, посмотрите, сколько одежды, ребят. У нас даже сосиска ниндзя есть, ребят. Ребятки, сосиска ниндзя. Пум-пу-бум-пу-бум-пу-бум. Посмотрите, какая прикольная. Так, сосиска ниндзя, давай аккуратно. Потому что здесь вот такие вот разные колющие и режущие предметы, которые могут нас... быстренько зарезать и бросить на сковородку. Так что нужно быть более бдительным. Так, тихо-тихо-тихо. Ага, пробегаем, пробегаем. Отлично. Второй раз. Прямо под лезвие попали, ребятки. Нашу сосисочку, нашего сосиску ниндзя, ребятки, немножко, так сказать, покромсали. Ну ничего, ничего страшного. Поехали, ребятки, дальше. Пум-п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 ум. Так-т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 ак
следующий. Давай, пробегай. Так, ниндзя, прикольный чувачок. Давай. А то хух, ребятки, чуть не отрубила мне эту сосиску. Чуть не перерубила, ребяточки, сосиску напополам. Пам-па-бам-па-бам-па-бам-па-бам-па-бам-па-бам-па-бам-па-бам. Музычка такая прикольная. Уай, да куда ж ты побежал-то прямо на эти, распороли сосиску. Так, давайте возьмем другую сосиску. Давайте возьмем вот эту сосиску, но одежду возьмем другую. Вот у нас есть какой-то фитнес-тренер. Давайте посмотрим на фитнес-тренера, ребятки. Уау. Ребятки, сосисочка фитнес-тренера, посмотрите. Давай, пошла.
Прикольный, прикольный. Прикольная сосиска, да, ребят? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хух, чуть по голове не дало. Давай быстрее, быстрее пробегай, а то распилит меня. Сосиска фитнес-тренер. Ребята, давай, 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 беги, беги, беги. Уа! Разбила моего фитнес-тренера, ребятки. Прямо, так сказать, обкромсала об стенку. Давай, 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 давай. Вот так, умница, молодец. Так, тихо, тихо. Что это у нас такое? Давай, 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 еще. Молодец. Давай, 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 давай. Опа. Давай, 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 давай. Ох, ребята, повезло, реально. Могло разбить меня. Давай быстрее. Давай, 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 аккуратненько. Быстрее беги. О, ребята, реально, чуть не отрубила голову сосиски. Посмотрите, куда я уже дошел, ребятки. Довольно-таки далеко. Так, огонь горит, это хорошо, пробегаем. Пам-п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 ам. Так, ждем. Давай, давай, побежали. Давай, 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 давай. Хух, ребята. Ау, второй, второй. Хух. Вот это сложно, реально, очень сложно, ребятки. Посмотрите, куда я уже дошел. Мы уже с вами дошли уже до 94 балла. А у нас 113, да, рекорд. Пам-п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 ам. О, ребята, мы побили рекорд. Отличненько, круто. Сосиска фитнес-тренер выигрывает. Вот это круто. Прикольно. Ау! Молоток нас разбил, ребятки. Хоть мы и рекорд с вами сосиски фитнес-тренера побили, но молоточек нас разбил. Так, ничего, ребятки. Так, это что? А, это поделиться в социальных сетях. Это мне не нужно. Так, давайте возьмем другую одежку. А что у нас есть? Это что такое? Это по умолчанию. Так, о, морковка, ребятки. У нас есть сосиска-морковка. Посмотрите. Сосиска-морковка. Пам-п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 ам. Посмотрите, как она прикольненько бегает, ребят. Так, молоточек мы пропускаем. Хорошо, замечательно. Пробегаем дальше. Пробегаем еще раз. Так, здесь ждем, здесь беги, 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 Юра. Ай-яй-яй-яй. Разрезала нашу сосисочку-морковочку на две части, ребятки. Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Отлично. Давай, 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 беги, беги, беги. А, смотрите, как прикольно он бегает. О, давай, давай, давай. Вот так вот. Попали мы под молот, я правда не помню какой, по очереди. А, нет, не под молот, а под вот такую штуку. И второй раз, ребяточки, опять нас, так сказать, распилили. Так, давайте возьмем длинную сосисочку и подберем для нее соответствующую одежду. Так, бекон у нас был, фитнес была, ниндзя была, дефолт по умолчанию. Так, это что у нас? Это мне надо открыть, чтобы пройти, да? Робот, сосиска-робот, ребятки. Давайте возьмем сосиску-робота и посмотрим, что он будет из себя представлять. Ребятки, посмотрите, сосиска-робот. Посмотрите, какая смешная. Пам-па-бам-па-бам-па-бам-па-бам-па-бам. Вау-вау-вау. Тихо-тихо-тихо, ждем, потому что здесь молоток, ребятки. Надо быть более бдительным, более аккуратным, потому что эти молотки разрубывают на две части нас. И для того, чтобы нам пройти с легкостью и не проиграть, нам надо постоянно пытаться выжить в этих условиях, которые нам предоставляют разработчики. Вот так вот, отличненько. Вот эта худая сосиска мне больше всего, ребятки, нравится. Потому что она хоть и длинная, но она зато худая и быстрее бегает. Более такие у нее быстрые маневры, чем у остальных сосисок. И это, ребяточки, замечательно. Так, тихонько, тихонечко. Отлично. Да, что ж творится-то, ребятки, что ж творится-то здесь, а? Ха-ха-ха-ха-ха, меня, ребятки, попросту, что это такое, разрубили. Не досмотрел я, ребятки, невнимательный я немножко. Так, ну что ж, давайте возьмем его, только давайте поменяем, ребятки, одежду. Не хочу в этой одежде быть, хочу шоколадкой быть. О, шоколадкой мне нравится, все, я шоколадка. Я шоколад, 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 ребяточки, я шоколад.
Побежали. Вот это круто. Никто меня не остановит. Ха-ха-ха. Посмотрите, ребятки, с какой скоростью я бегу. И просто ничего реально меня не может остановить. Реально, вы это видели? Пам-пам-пам. А, ребятки. Так далеко добежал, аж до 90. И все-таки меня... остановила, ребятки, остановила меня следующая, остановила меня такая штука, которая попросту меня, ребятки, распилила эту шоколадочку. Так, ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы играли с «Беги, сосиска, беги», это довольно-таки прикольная игра. Ну что я вам хочу сказать, ребятки, что этот выпуск на канале «Вечное детство» подходит к концу. С вами был, ребятки, как всегда, Юра. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ребята, если вы еще не подписаны, будет очень много интересных игр. И пишите в комментариях, какие игры хотите, чтобы я поиграл. Буду выполнять все ваши желания, дорогие подписчики. А с вами был, как всегда, Юра, ребята. Вы были на канале «Вечное детство». Встретимся, ребятки, в следующих версиях. Пока-пока.